Арсений, написано, по всей стране людей эвакуируют из торговых центров. В Питере это Пассаж. Да, я знаю Пассаж. Я там, я училась в Питере в консерватории, потом старый дом Пассаж, я знаю. Старенький, престаренький. Дедуся, как дела? Надо сказать, последние десятилетия посетителей в нем практически не было. На сегодня там вообще одни продавцы. Тем временем Следственный комитет РФ решил проверить, как соблюдалась пожарная безопасность в Крокусе. Все торговые центры Агаларовых, Вегас Крокус Сити, Вегас Кунцево и Вегас Каширска закрываются до выяснения соответствия нормам. Напомню, что в Крокусе выходы и входы были закрыты, забаррикадированы. Не было положено системы вентиляции оповещения. Я вот что хотела сказать. Что вам больше, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам больше нравится, это эвакуация из торговых центров или санкции?